Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Волонтерський центр виконує кожного дня безліч життєво необхідних задач. Про його роботу будемо дізнаватися від гостей, які вже є у нашій студії. Це організатори, засновники волонтерського центру. Отож, Ілля Кокарєв, організатор волонтерського центру, і Владислав Віхоть, координатор волонтерського центру. Дуже рада, що ви прийшли сьогодні, тому що я знаю, скільки роботи кожного дня у вас є. І тут вдалося трошки часу використати для того, щоб прийти до нас у студію і розповісти про все, що відбувається. Можливо, люди будуть приєднуватися. Ми теж сподіваємось, що небайдужі люди обов'язково будуть допомагати, хто чим може. Отож, чи з самого початку війни ви розпочали ось таку волонтерську діяльність? Розкажіть трохи про неї і взагалі про створення волонтерського центру, так? Да, давайте я розкажу. Здравствуйте. Спасибо, що позвали, во-первых. Как только началась война, мы сразу начали думать, чем бы мы могли помочь. В первые дни мы просто пошли, купили гуманитарную помощь, отнесли уже в существующие центры. И дальше начали думать, где и как можно найти помещение и помогать людям, которые огромным количеством приезжают в Днепр. У моего начальника-компаньона по работе был спортклуб, ну и сейчас есть. И мы договорились, что предоставим его полностью под жилье для переселенцев, для беженцев. Он дал добро, и я начал собирать вначале всех своих друзей. Которые... Ну, вы спортсмены також? Как сказать, да, наполовину. Начали собирать своих друзей. Вот собрался первый костяк нашей команды. Это в районе там 20 человек. И мы сели на доске, начали писать, что вообще нам нужно, чтобы организовать этот центр, и какие ресурсы нужно привлечь и от кого. У каждого есть свой род деятельности, своя работа, и каждый может привлечь оттуда еще людей, еще ресурсов. Первое, что нам нужно было, это организовать, конечно же, спальные места и какое-то питание и средства гигиены для людей. Благо, наше помещение было оборудовано душем, туалетом, ну, все, чтобы комфортно проживалось, насколько это возможно. Начали работать, начали звонить. По поводу помощи мы не знали, мы не работали никогда в волонтерских фондах, не работали в каких-либо других привлечениях там, средств или помощи. Мы создали телеграм-канал и дали клич, чтобы нас разрекламировали популярные каналы города. Они без проблем, бесплатно, спасибо им большое, опубликовали наше объявление, что нам требуются волонтеры на организацию центра, на помощь. И огромное количество людей пришло помочь. Это был левый берег. На левом береге на то время, это 1 марта, мы уже открылись. Подготовка шла в конце февраля уже. Ну, то есть очень-очень быстро. Огромное количество людей пришло к нам с левого берега, просто которые жили рядом, как-то от нас узнали, и по сарафанному радио оно начало раскачиваться. И у нас даже получилось, что в первые дни получилось столько волонтеров, что не для всех даже работа нужна, но огромный поток людей. Вот. И начали сносить помощь. Это матрасы, это карематы. Ну, мы начали узнать, что для чего, для начала, что такое каремат вообще. Все знают, да, карематы, на них спать. А потом, как это можно лучше. Один мужчина, у него была компания по матрасам, интексовским, ну, знаете, водные, возможно. Они нам принесли 50 матрасов, мы все накачали, и вот у нас уже очень удобные получились места, намного приятнее и лучше, чем карематы. Тобто ви отак от шляхом таких проб, так, да. Тому що до того не займалися волонтерською діяльністю, але дуже швидко, і бачите, таким загальною кількістю людей кожен свій внесок міг привнести до загальної справи, і вийшло так добре. З приводу такої організації, це взагалі, знаєте, як коли люди хочуть, і коли вони об'єднуються, і є велика мета, у них все завжди виходить. Чи були якісь недоліки, можливо, в цій роботі, на які ви звернули увагу, і вже коли відкриваєте другий центр, я скажу, що вже не один центр, а вже і йде робота по відкриттю другого центру, так, вашого? Вже третього. Ну так, Владе, послухаємо від вас іще, що ж іще треба зараз? Смотрите, із проблемних моментів, ну я не можу сказати, що ми сталкувалися з чим-то таким, ну, глобальним. Це все були якісь мелкі нюанси, які ми... Ну, швидко вирішували. Да, я так, як Ілія розповів, тільки, що дуже швидко все вирішувалося, тому що
що люди заохочені, люди всі бажають перемоги і хочуть зробити все для того, щоб ми не страждали. Так? Для нас була, прежде всего, цель, щоб людям було комфортно, і вони, попадая из той ситуации, в которой они оказались к нам, они максимально социализировались, адаптировались и не замыкались. Мы для этого привлекали психологов, аниматоров, сами вот сколько могли, мы с ними общались. Первая задача была пообщаться, дать им время отдохнуть, выдохнуть, сменить картинку. И вот, ну, мне кажется, это была... Возможно, и основная, а возможно, и второстепенная, но это была главная, одна из главных задач. Мы с ней, ну вот, насколько я могу судить, сколько нам бывает сейчас звонят люди, которые находятся уже там, возможно, на Западной Украине, возможно, за рубежом. Ну, це якийсь короткочасний такий термін перебування людей у ваших волонтерських центрах. Чи є люди, які довго живуть вже з самого початку? Есть люди, которые живут с самого начала. Они наші помощники, они наші друзі. Ми, до речі, бачимо вже, як виглядають... ось ці світлини, так, люди справді почуваються там досить таки непогано, комфортно. Дивимося, що тут і пікнік для них влаштовують. Так, воскресний пікнік у нас був, приїжджали артисти, розвлекали дітей, аніматори, приїжджав мужчина із Америки, грав їм на укулеле, українські пісні, всі дуже довольні були. Це наш старий центр, да, то есть перший. Да, детки рисовали то, о чем они сейчас думают. К нам приезжали итальянские журналисты и с итальянскими тоже психологами попросили их прорисовать, и чтобы они сделали аналитику для себя. Да. Арт-терапия такая. Да, такая арт-терапия. Ну, і ми бачимо, що дуже комфортні умови, тому що новеньке приміщення, у людей є їжа, люди мають можливість відпочивати, і відпочивати комфортно таки. Хто готує, пакує, хто це все приносить, привозить? Зараз розкажу. Будь ласка, так? Да, хорошо. Вначале нам помогали местные люди, которые жили на левом берегу, недалеко от центра спортклуба «Арена». Да, они готовили и приносили нам. Позже, когда мы начали, нас начали узнавать в городе, о нас кто-то что-то слышал, рассказывал, к нам начали подключаться уже кафе, рестораны. Хотелось бы сказать спасибо Экопицце, которая каждый день сейчас нам доставляет пиццу для переселенцев. Хотелось бы сказать спасибо кафе «Варенчная Кумася», которая готовит нам обеды и с недавних пор ужины, все сортируют в одноразовую посуду, что максимально упрощает работу волонтеров, и мы можем свое время пустить еще на другие задачи. Ну, не мыть тарелки, так, звичайно, да, все мы разумеем. И последние недели в городе очень тяжелая ситуация с одноразовой посудой, ее даже купить тяжело. Где они ее взяли, не знаю, но это очень хорошо. Да, также хотелось бы поблагодарить доставку. 966, которые также нам готовили ужины. То есть это не просто там завтрак, ужин, обед, это именно вкусная еда, которая людей в атмосферу своего дома посвящает, скажем так, и им тут максимально комфортно, то есть у нас упор на это. Ну, дуже, от ми бачимо зараз, які умови. Ну, приємно, справді. Ми розуміємо, що люди приїхали, ми не знаємо, з яких умов, справді, ми розуміємо, що люди приїхали і не розраховували ні на що. Вони думали, що хоча б, щоб дах був над головою, але тут вони побачили, що з такою любов'ю до них ставляться і можуть люди запропонувати їм і їжу, і відпочинок, і навіть якийсь пікнік. Конечно. Тобто ось така серйозна робота з приводу того другого і третього центру. От розкажіть, як там робота зараз відбувається і чи є потреби, можливо, в чомусь? На втором центрі у нас уже повністю робота налажена. Все полностью всем обеспечены, нам возят гуманитарную помощь ООН, ЮНИСЕФ, ну, в общем, никаких проблем там нет. Сейчас вот мы открываем третий центр, мы столкнулись с проблемой спальных мест и матрасов. Матрасов мы сейчас не можем найти от слова «вообще». То есть все, что мы находим, те фирмы, организации, с которыми мы общаемся, они говорят о финансовой, как бы, стороне момента, но уже, как бы, с начала войны прошло достаточно много времени, многие люди потеряли работу, многие потеряли дом, и поддерживать финансово так, как поддерживали в начале войны, ну, возможности уже нет.
отдавать, ну вот мы нашли минимальная цена нормального матраса, на котором, ну, можно спать, 750 гривен. Нам сейчас таких надо около 100. Ну, це дуже дорого, звичайно, що для волонтерів, організаторів, які справді зараз шукають можливості, це, ну, дуже дорого. Ми знайшли зараз палети, це якби основа кровати, у нас вже є 11 матрасів, вот, ми не останавливаємося, ну, з міру по нитці. Можливо, якісь непотрібні матраси, чи треба, ну, в людей, може, в когось залишилися якісь, знаєте, хтось може переживати. Любые, абсолютно любые, это спальное место, которое кому-то даже может спасти жизнь. Потому что люди, я нахожусь на как бы первым лицом, с кем контактируют беженцы, и им не важны условия. Это мы стараемся, чтобы уже было все максимально комфортно. Они вот, находясь в горячих точках, звонят и задают вопрос, есть ли хоть что-то нам, есть куда ехать, ради чего ехать и зачем. Угу. Вот. Ну, спочатку с вами связываются, да, так? Да. Телефонуют, розповідають трошки про себя. Як взагалі організовуєте ви людей? Чи можуть вони приїхати без документів, наприклад? Якщо так сталося, що вони з тваринами, наприклад, їдуть, то от як бути в такій ситуації? Ми максимально лояльні. Ми приймали без документів, і приймаємо з животними. Ми допомагали з відновленням документів. Вот. Ну, в принципі, ми стараємося йти як можна більше навстречу. Але вже при личній зустрічі мы уже понимаем больше, потому что, ну, бывали разные ситуации. А трошки розкажіть, можливо, справді для інших волонтерів, які працюють також в цій от зараз сфері, то, можливо, їм буде це корисно почути? Ми сталкивались з проблемою употребления алкоголя. Для нас это как бы тема неприемлема, и как бы за это у нас мы сразу выгоняем. И в данном моменте, ну, не может быть никаких исключений. Потому что, ну, по-моему, мы один раз сделали исключение еще в начале нашей работы, и потом об этом очень сильно пожалели. Вот. Потом у нас были моменты, ну, так скажем, с цыганами. Как бы я против цыгане ничего против не имею, но приезжали к нам люди цыганской национальности, у нас пропадали вещи, у нас были конфликты, у нас были скандалы, и это начиналось сразу. Ну, то бишь, мы уже как бы из опыта уже 50-й день, вот, мы уже из опыта просто, ну, как бы издалека эти проблемы купируем, пока они еще просто не начали. Ну, вы же бачите, так, кто может быть. Люди насправді різні, и так само, как и у звичайному житті, мы все розуміємо, что может быть такі, может быть інші, может кто-то добросовестный, а кто-то может и поживитися, и скористатися ситуацією, и это теж треба розуміти. С приводу того, что люди йдуть на зустріч, что они прибирают свое помешкання, яке, в якому вони зараз, то якось із цим. Ви казали, що дуже порядні люди, і вони завжди все роблять так, як треба, навіть вам допомагають. Так. Хотілося б відмітити, то есть, коли ти живеш у себе вдома, ти в будь-якому випадку обираєш. І ти переїхав зараз в центр переселенців, ну, по суті, зараз це твій дім. З такою ситуацією непонятно, що буде завтра, післязавтра. Звісно, ти маєш підтримувати чистоту на своєму спальному місці, там, на кухні, ну, в уборній, тобто у всіх місцях, де твоя життєдіяльність відбувається. Тому це абсолютно нормально, це навіть не може обговорюватися. Мы с самого начала просто не сталкивались с такой проблемой, чтобы у нас было грязно, чтобы не убирали. Люди сами, это был их порыв, мы даже, ну, как-то говорить людям, которые только приехали из-под обстрелов, убирайте за собой, делайте, что там, у нас трудовой повинности нет, но люди сами инициативу проявляли, спрашивали, и по сей день спрашивают, чем помочь, что сделать, что принести. Ну, у вас дуже частенько, хочу теж сказати, и це дуже приємно, тому що новенький корпус, видно, що там меблі є, що ви ось потурбувались про те, щоб були спальні місця, і новенькі матраси, і ліжка, і все якось воно дуже добре. І їжу готують смачну. Тобто підтримувати ось це все, це взагалі на благо всім. І вам буде користь і допомога, і ті люди, які приїхали, вони теж будуть почуватись комфортніше, справді. Будуть розуміти, що тут до них ставляться добре. З приводу такої важливої інформації, от коли, наприклад, сирена, чи там
можливі зміни в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося? Наприклад, обстріли чи щось іще. Чи придумували ви на про всяк випадок, як бути, куди потім евакуювати людей і чи є аптечки, все необхідне для того, щоб зберегти життя людей? Смотрите, в первом нашем здании есть подвал бомбоубежища, мы его оборудовали максимально, то есть по сирене люди спускаются вниз, и они в безопасности. По нашему зданию, которое мы сейчас смотрели, фотография, садик, через дорогу у нас в очень близком расстоянии есть ДК, которая с недавних времен церковь. Там есть огромное бомбоубежище, и мы договорились с владельцами, что наши люди, которые у нас проживают, там могут прятаться. Вот. И в третьем нашем здании есть очень хорошее, очень большое бомбоубежище. Ну и, как всегда, начинаем со спальных мест, и дальше уже вода, какие-то главные вещи. Сейчас хотим уже туда и Wi-Fi провести, чтобы даже там было комфортно, потому что никогда не знаешь, какая ситуация будет завтра. Ну, угу. Будем надеяться на лучшее, конечно, но... Звичайно. Может быть, все что угодно. Так, треба все продумывать и про всяк випадок, тому що, ну, ми так живемо зараз, так, ну, така, да, ситуація. Які зараз найважливіші потреби на сьогодні? Ти вже сказала про те, що є питання з місцями, так, спальними. Що іще? Чи є вільні місця для того, щоб можна було волонтерам приєднатися до вас і попрацювати? Ну, якщо хтось захоче. Да, от зараз якраз ми працюємо над тим, щоб відкрити третій центр. Він знаходиться по адресу проспект Богдана Хмельницького, 162. А вот нам сейчас туда нужны волонтеры, которые будут с нами работать на постоянной основе. В плане помощи нам очень нужны матрасы, нам очень нужны гигиена, чай, кофе, вода. В общем, все, что вот каждый человек понимает, что могло бы добавить комфорта в жизнь беженцев, мы будем очень благодарны, поскольку у нас уже на втором центре все сформировано, вот, ну, это рассчитано уже как бы на вот тех людей, которые там находятся и будут находиться в дальнейшем. Мы хотим здесь сформировать такой же склад, такую же базу, чтобы мы могли обеспечить как бы всех желающих тем, что им так необходимо. Так, ну, я думаю, що люди почули і, можливо, будуть приєднуватися. Дуже хотілося б, щоб всі ми згуртувалися і кожен вкладав те, що він може. І наостанок, от від вас якісь побажання для нас усіх. Для нас усіх зараз мешканців нашого міста і взагалі українців. Хотілося б відмітити, я очень был сильно удивлен, как только мы сделали наш центр, сумасшедшему единению людей и с Запада, и Востока, и конкретно Днепропетровска, Днепра. То есть и бедные, и богатые люди приезжали к нам на центр и помогали кто чем мог. То есть на сумасшедших дорогих машинах вываливали миллион гуманитарки, помогали там бабушкам подняться там на тяжелые, ну, на ступенечки. Там буквально бедные очень люди, бабушки готовы были последнюю там пачку гречки отдать, говорят, накормите людей, я дома, им тяжелее намного. И вот каждый делал, ну, очень много и по своим возможностям. И такое сумасшедшее единение заряжало и нашу команду волонтеров, и заряжало переселенцев, которые чувствовали себя намного, ну, намного более дома, потому что вся Украина – это их дом. Так, дякуємо вам. Будь ласка, Влад. Что я могу сказать? Я полностью солидарен с Ильей, и вот этот заряд, который есть сейчас, то единение, которое между нами, я хочу, чтобы оно становилось только больше, и чтобы мы объединялись как можно больше, и тогда в любом случае мы победим. Так, їм буде, звичайно, ми всі прагнемо, всі робимо все для того, щоб мирне небо було над нашими головами, так, і всім бажаємо цього, дякуємо за вашу роботу, за те, скільки ви всього робите кожного дня, і що ви змогли, що ви так організувалися, і вже третій центр відкриваєте, це така велика вдячність вам і шана, і справді люди, які приїздять, вони повинні розуміти, що вони вдома, так, і так, так і є, ви все для цього робите, тож... Вам наснаги, сили, терпіння, і щоб все вдалося. І щоб і третій, і четвертий, можливо, якщо треба буде, то нехай відкривається. А взагалі хочеться, щоб повернулися всі додому і жили в мирній Україні. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин. Не перемикайте.